Здравствуйте, Ёбуни новости на канале Негодяй ТВ. С вами в студии Евгений Ширяев. И сразу к хорошим новостям. С места событий Тамара Бессмертная. Владимир Путин сделал несколько спусков по трассе горнолыжного комплекса «Лаура». Высота 1435 метров. Это синяя трасса. К криминальным новостям. В городе Беструсы орудует маньяк, который нападает только на одну женщину. Шестое нападение на Елену Пахнеписеву сняли на мобильный телефон. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? Суд отказал в разводе Ксении Бедолаговой с губернатором Долбоебовской области Николаем Нелепом в связи с отсутствием как таковых причин. Я хочу развестись с этим человеком, потому что он дебил. Потому что что? Дебил он. Не поняла. Он дебил. С отмены масочного режима многим жителям крупных городов пришлось несладко. Наконец-то полиция задержала особо опасную торговщицу у метро Подработная Галину Складную. Ольга Пышно-Титева после трудной безуглеводной трехлетней диеты наконец-то проснулась другим человеком. Непонятная вирусная инфекция, обнаруженная в китайском городе Гамачао, уже есть пострадавшая. С 4 марта посетители могут посещать различные заведения без QR-кодов, такие как кафе, клубы, рестораны, фитнес-залы, дошкольные и недошкольные, образовательные и недообразовательные учреждения. Заявление в полицию на своих родителей написала 5-летняя девочка Света Терпилова. Самые важные события, люди и явления за неделю. Смотрите далее. Это мой сосед Мустапа, на тягах вот он что за лев заслал, че, смотри на него, и он как прет. Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Нашумевший хит, покоривший весь мир и новая звезда отечественной эстрады Леонид Пах со своей романтической патриотической композицией «Эх ты, Родина моя» прямо сейчас на канале Негодяй ТВ. Это ебань новости. No.
Но мне остается лишь добавить, это были ее бы новости, ваше центральное негодяй телевидение. Увидимся на следующей неделе. До скорой встречи. Пока.